мой день рождения. Мы сначала пришли 18 числа, потом были праздники на 20 февраля здесь, в Канаде, в Family Day. И все захорошо. У них был long weekend, и если у них тут праздник, то празднуют все официанты, и бармены, и продавцы. Короче, все закрыто абсолютно. А, вот. Поэтому мы решили еще после 20-го сходить один раз. Сегодня 21-е. Хорошо, что мы запланировали столик. Но посмотрите, какая красота. Аутентичненький такой барчик с этими с оленями. Называется Китовая кость. Вот, тоже в центре Оттавы. А, мне уже апирольчик принесли. Заказали интересное такое блюдо, его нужно шерить, но, короче, сейчас принесут, покажем. Свято продолжает. Ну, тут такое освещение, что плохо, чтобы оно все видно. Первый день праздновал. У Артура опять спросили ID. Исполнилось ли ему 19 лет, потому что ему уже 20. Смотрите там, оленьи головы. Вообще такой колоритненький бар. Нам нравится. Китовая кость. И, да, называется Китовая кость. Я тоже в центре Оттавы. Хорошо, что мы забронировали столик, потому что опять-таки все забито. Ну что, чирс? Вот, приехало первое блюдо, запеченные устрицы. Я их просто обожаю. Они похожи на эти хиросима, которые мы постоянно заказывали в Miso Good в Гонконге. Красота какая. Уже предвкушаю. Miso Cool, да. Но я помню, что что-то хорошее потом в конце. Супер. Там снизу цветная капуста, да? Это что, это съедобно или нет? Или рис. По-моему, рис. Ну, короче, не знаю. Сейчас попробую. В общем, это чуть-чуть влажная соль, она просто как подложка, чтобы эти устрицы это даже не падали. Соль, а нет? Я попробовала на вкус, это соль, да. Народ, короче, смотрите, тут даже смену посуды приносят. У нас забрали предыдущее, то, что мы вот ели, принесли новое. Тоже смотрите, какой ножик для стейка явно. Я впечатлена. Выглядит действительно как китовая кость, да? Посмотрите, тут у них картина даже кита висит. Я сразу даже не поняла, что это кит. Ну, конечно, вот такой вот потолок, но это нормально. Ой, опять у меня официант в кадре. Он у меня постоянно на каждой фотке этот официант попадает. Вот. Ну, короче, очень-очень красиво. Смотрите, там какой бар. Классный. Улица Элджин. Не получается. Вот, я хотела улицу Элджи. Ну вот приехало главное блюдо. Это мы будем на всех делить. Оно громадное, видите? Еще грибочки жареные. Жареная картошка. И какие-то куча соусов. В общем, свято продолжается. А здесь даже есть митболы, что он сказал? Даже митболы. Да. Митболы, о! Это баранина, это портбелли. Это баранина, это свиной почеревок, а это что, говядина? Он как там назвал, я не понял. А это курица, наверное, да? Ну, короче, в общем, вся, как это сказать, это блюдо то, из всех всевозможных мяс. Вот, это грибы, вот так. Ну все, у меня уже началось слюноотделение, я должна срочно это все пробовать.
Спасибо.